когда я, наверное, была в 8 классе, мы с моим руководителем и с моим классом пришли сюда на спектакль «Эй, ты здравствуй». Когда-то был такой интересный спектакль, и меня настолько поразили артисты, настолько поразил театр своей атмосферой, своей добротой какой-то и вообще нереальным миром. Вообще театр – это такой какой-то нереальный мир, в который попадаешь, и хочется возвращаться все снова и снова. И вот, наверное, где-то класса с 8-го я подумала, что, наверное, я хочу стать артисткой. Вот, и именно хочу в этот театр. Ну и, соответственно, дальше складывалось так, что я подготавливала экзамены, чтобы поступить в театральный институт в нашу Самарскую государственную академию культуры и искусств. Я поступила на театральное отделение. И, конечно же, сюда приходила на практику, в наш родной театр «Самарт». Мы помогали здесь с дипломным спектаклем предыдущему курсу. Мой первый спектакль был «Девочки», назывался он так, по рассказу Людмилы Улицкой. И делала с нами его актриса нашего этого же театра Агапова Ольга Алексеевна. И вот она заметила нас как-то с курса, пригласила. Потом нас заметил наш директор Сергей Филиппович Соколов и пригласил в труппу. И с 2010 года я уже в труппе театра. Когда ты ребенок, наверное, тебе кажется, что это только аплодисменты, это только какая-то красивая профессия, артист. А когда ты приходишь в театр, ты понимаешь, что это все-таки многочасовые репетиции, это большая работа, работа над ролью, что... Как мы говорим, артисты, что это муки творчества, когда рождается какая-то роль. Это как ребенок, которого мы вынашиваем в себе. Вот. И потом получается продукт такой, как спектакль. То есть это сложная профессия, как оказалось. Конечно, но я ни в коем случае не разочаровалась. Наоборот, еще больше начала вникать в профессию.